Все, что нужно для полного счастья, у семьи Половнёвых и семьи Степанян уже есть. Оставалось совсем немного расширить жилплощадь. Мечта сбылась в преддверии Дня семьи, любви и верности. Глава Самары Елена Лапушкина собрала семьи, чтобы поздравить с праздником и вручить сертификаты на улучшение жилищных условий. Когда мы говорим о семьях, вот мне всегда представляются именно такие семьи, где много детей, где любовь и поддержка, где радостные улыбки, где есть взаимопонимание. Именно вот на таких семьях, наверное, держится вся наша Россия. Спасибо вам за это огромное. В семье Артура Степаняна 8 детей, сын и 7 дочек. Все творческие личности. Сейчас живут в одной квартире, но мечтают о собственном частном доме. Теперь у них есть на это средства. Елена Лапушкина вручила многодетным родителям сертификат, позволяющий улучшить жилищные условия. В 4-комнатной квартире немножко тесновато. Ну, уместились. Ну, сейчас будем смотреть. Вот с этими возможностями уже сможем расширяться. Супруги Половнёвы воспитывают 6 детей, 3 дочек и 3 сыновей. Старший уже создал свою семью и отделился от родителей. Остальные дети теперь будут жить и заниматься своими многочисленными хобби в просторном доме, который семья уже присмотрела в Куйбышевском районе и планирует приобрести благодаря сертификату. Это очень значимо, потому что для большой семьи площадь дома – это очень важно, чтобы у каждого ребенка было свое пространство. За это огромное спасибо главе города Елене Лапушкиной. И мы, конечно, очень ждем переселения с нашего старого жилья. Программа «Самара социальная» была принята по инициативе главы города Елены Лапушкиной в 2019 году. Она предусматривает выделение единовременной выплаты на приобретение жилья многодетным семьям, воспитывающим 5 и более детей. Сначала мы уточняем, действительно ли есть нуждаемость у этой семьи и необходимо ли расширять жилищные условия. Они идут в ДУИ. В ДУИ встают на очередь как малообеспеченные и нуждающиеся в приобретение жилых помещений, потом приходит к нам и становится участником программы. За 4 года действия программы «Самара социальная» свои жилищные условия улучшили 8 многодетных семей. Сегодня в Самаре оказывается целый комплекс мер поддержки для семей с детьми, а в разных районах города создается инфраструктура и социальные объекты для образования и досуга ребят. Здесь у нас комплексный подход, начиная от детского сада, заканчивая выпуском профессиональных спортсменов, а у нас в школе есть Олимпийского резерва, который находится тоже у нас в Самаре, единственное ППФО, откуда выходят олимпийские чемпионы, поэтому все возможности открыты. В преддверии праздника семьи многодетные родители поделились своим секретом счастья – поддерживать, слушать друг друга и всегда стремиться к добру. Тогда и дом будет полной чашей. Светлана Кудрявцева, Николай Епифанов. События.